Именитый казахстанский боксер, олимпийский чемпион Серик Сапиев и победитель чемпионата мира Адильбек Ниязымбетов и Данияр Елюсинов встретились сегодня с жителями столицы. Сотни фанатов смогли не только получить автографы, но и сделать на память снимки. Спортсмены рассказали о своих планах. Сейчас они находятся в Астане на учебно-тренировочных сборах, готовятся к предстоящим Олимпийским играм и ряду других соревнований международного масштаба. Организатор встречи – Конфедерация спортивных единоборств и силовых видов спорта. Они приурочили акцию к 69-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Вообще пришел я, хотел просто кино посмотреть. Потом услышал, что Серик Сафиев будет автографы раздавать, и остался. Не каждый же выпадает шанс такой взять автограф. Главная цель такой встречи – стать ближе к народу. Эти люди болеют за нас, верят в нас. Еще мы хотим показать своим примером, как полезно заниматься спортом. Может, завтра кто-то из этих мальчишек захочет стать боксером, покорить самые лучшие ринги. Мы на это искренне надеемся.